Сотрудники нашего университета умеют не только работать, но и хорошо отдыхать. Департамент пиар и рекламы Казанского федерального университета организовал новогодний корпоратив для сотрудников. Здесь классная площадка создалась, где представители абсолютно разных подразделений могут познакомиться, найти общие интересы, может быть, даже поговорить о работе. На празднике все собравшиеся знакомились, общались, играли в интеллектуальную командную игру, которую проводила Клеверия «Интеллектуальный квиз» в Казани. Идея эта пришла мне во время прочтения лекции для слушателей корпоративного университета, которые спросили, а можно ли что-то организовать интересное, веселое, некий корпоратив. С творческими номерами выступили все желающие. Для гостей также были приготовлены подарки и сюрпризы. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.